стараюсь делать с нашими крысяками. Сейчас вот засеяла уборку в коробке с нитками. Они пока тут со мной шелушатся. Казя спать пошел. Казя немножко другой режим. Он раньше ложится и раньше просыпается. Татоша и Емеля еще дрыхнут, может, целый час еще спать могут. А Казя уже проснулся, ходит, бродит. Один, а те крепко-крепко спят. Я, кстати, на другом моем канале «Марина Шутко. Творческая жизнь» есть немного видео на тему организации пространства и порядка. По чуть-чуть иногда там что-то снимаю, делюсь. Может, кому-то интересно будет. Вот, может, год или два назад снимала видео про то, как про порядок в полке с нитками. У меня этот порядок держался несколько лет вообще идеально. Но вот сейчас вот решила немножко переделать. Жизнь чуть-чуть изменилась, и по-другому хочется сложить. То есть вижу, по потребностям меняю что-то. Оставлю ссылку в описании, может быть, кому-то будет интересно. Там, конечно, я не так активно веду, как про крыс. Так, иногда. Пару раз в месяц бывает что-то сниму. На крысяках у нас каждый день выходят видео. Ну что, Татошенька, ты придумал, как мне сложить ниточки? Придумал, Заюшка, как мне сложить ниточки? Придумал? Хочу по-другому сложить, чтобы было удобнее. А то у нас вот там картонка, под картонкой лежат новые катушечки. И если вдруг нужно взять новые, то вот как-то один раз мне срочно надо было взять новые. Некогда мне было аккуратненько. Я вот так как развернула, и вот уже месяц лежит вот так развернуто. Я поняла, что это неудобно, это какой-то недочет в организации пространства. Потому что все должно быть сложено так, чтобы было удобно не только брать, но и возвращать на место. То есть мне и взять получилось неудобно, и вернуть на место. Ну что, все, могу складывать? Каждый своим делом занят. Татошенька, будешь еще играть? Беги. Нет, он будет отбирать у Емели что-то там. Будет у Емели вкусняшечку отбирать. Вот я и говорила, что я под присмотром им только даю. Иначе будет воешка. Иначе будет воешечка. Воешечка. Будут вояки. Вояки-крысяки. Ну давай, залезай. Грызи. Нет, не уходи, потому что будет... Татоша будет драться с тобой. Он тоже хочет такое. Ну, так. Давайте я... Так, вы не отбирайте. Я... Татоша. Не, ну теперь Татоша отобрал. Татоша, стой. Давайте я буду держать. Это будет честно. Давайте. Я буду держать, а вы будете откусывать. Потому что я знаю, что иначе будет драка. Давайте. Не удержала. Не удержала. Не удержала. Кто-то уже понес. Стой. Стой, стрелять буду. Стой. Емеля, ты определился, как мне складывать нитки? Потому что я сама еще не определилась, как мне порядочек навести. Так, стоп. Давайте вкусняшечку. Вот так. Потому что я знаю, что если вам отдать, то будет тут драка. Казе уже не надо, Казе спать лег. А Татоша и Емеля будут воевать. Никому не надо уже вкусняшечка. Емель, скажи, обнаружил интересные предметы. Что-то интересненькое обнаружил. Понесет, 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 козяка. Козяка, козяка, мазяка. Ну все, займусь порядком в полках. Они пускай бегают. Я им эту вкусняшку не даю, потому что
они погрызут, и я ее убираю потом в полочку. Иначе потом будет война. Будут потом воевать так за эту вкусняшку, что просто друг другу глаза готовы выцарапать. Поэтому... И даже если их таких положи 5 штук, они все равно будут воевать. Не, даже не потому, что она одна, а потому что большая, и будет потом воевать. Кто первый ухватил, потом тут один другому навалял. И все.